Благодатный огонь все-таки доставят в Молдову. Его привезут 1 мая накануне Святой Пасхи. Об этом сообщили представители митрополии. При том, что ранее священнослужители сомневались в том, что огонь прибудет в страну. Все из-за того, что в Иерусалиме закрыт доступ к гробу Господню, где он сходит. Благодатный огонь считается чудом православной церкви. После того, как Спаситель был погребен, пламя разрушило камни, закрывающие вход к его гробу. С тех пор благодатный огонь сходит в священном месте каждый год накануне Воскресения Христова. В этом году православные отметят Пасху 2 мая.